Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем 707 «Пляжный бездельник». Наконец-то, альбом от 707 я ждал, я хотел послушать, потому что я познакомился с этим исполнителем год назад, когда послушал «Мяу-гав» или «Гав-мяу». Вы можете глянуть реакцию, она, к сожалению, осталась только на Бусти, потому что там, ну, права, короче, блокировали. Она бесплатно есть, там самый первый видос на Бусти, вроде бы вот этот. Так что можете чуть-чуть полистать, найти, короче, охуенный альбом. Он мне очень нравится, это вообще разъеб, очень круто. После этого я начал любить его творчество. И, соответственно, я рад, что выходит новый альбом под названием «Пляжный бездельник». Этот альбом у нас набрал в телеграм-канале в голосовании 24%, занял второе место, что достаточно много, да. Если хотите 707 видеть чаще, то когда он дропает, каждую пятницу вы можете голосовать. Ну, в целом, каждую пятницу у нас голосовалки, голосуйте, переходите в телеграм. И не забывайте про Twitch тоже, потому что на Twitch очень много интересных у нас общений. В том числе у нас прогнозик есть небольшой. А, то есть вы верите, что вообще, да, вот вообще не зайдет. Ну ладно, кто-то верит, что я могу 4 трека добавить. Интересная ситуация. Короче, в целом, в чате альбом хейтит. Несослуженно набрал, да? Короче, я понял. Люди почему-то вот хейтят альбом. Не знаю, сейчас посмотрим. Прошлый альбом пиздец амбище. Я вот прям хвалю. Очень нравится, я его очень много репитил в свое время. Это пиздец крутой альбом, для меня лично. Вот, поэтому сейчас посмотрим, что тут в новом альбоме. Короче, я думаю, мы можем начинать, никакой у нас информации нет, просто надеюсь, что это будет так же круто, качественно, с какими-то интересными личными текстами, как и, ну, предыдущий альбом. Но, допустим, трек «Нравится» у нас есть в этом альбоме, мы его слушали, он у нас 23-го года, он у меня добавлен. Достаточно интересный вайп у трека, если будет вайп в альбоме примерно такой, то это будет точно хуже, чем «Мяу-гав» или «Гав-мяу», но это будет интересно, если будет примерно такие вайбы. Трек неплохой, нравится, реально. И Вилон еще есть на Твиче, конечно, как я мог забыть, на Твич нужно зайти, потому что тут есть Вилон Год, а еще, блядь, ну это не пиво, это, короче, класс. Да, все, слушаем. Первый трек «Лето». Короче, я думаю, что он дропает альбом, скорее всего, к лету, типа, какие-то летние вайбы, вот, что-то такое, наверное. The Potato Man. Угу. Ёбнутый трек. Так, все, слушаем. Let's go. Первый трек. Лето, вспоминай это. Дневники как будто курки горят. Пепел раздувает ветром, будто сигареты. Мы забудем все, что вокруг капань говорят. Очень, лето пролетает, снова замечаю, как уходит время, как уходит время. Мимо нас небо вновь летает, ведь дождя никто не ждет, но ты не ценишь. Ветерком осенним я погас. Лето пролетает, снова замечаю, как уходит время, как уходит время. Прикольно. Очень прикольно. Лето, вспоминай это. Дневники как будто курки горят. Пепел раздувает ветром, будто сигареты. Мы забудем все, что вокруг говорят. Реализация, конечно, хуёвая. 100%, да. И... Но мне пиздец нравится идея. И очень нравится рифмовка. Лето, вспоминай это. Дневники как будто курки горят. Пепел раздувает ветром, будто сигареты. Все, что вокруг говорят. Круто. Лето пролетает, снова замечаю, как уходит время, как уходит время мимо нас. Небо вновь рядает, дождя никто не ждет, тут не ценит. С ветерком осенним я погас. Текста много, он очень круто зарифмован. Это хорошая идея, мне трек нравится. Честно. Реализация
Ну, не лучшая, но вайб, бля, ёбнутый, вот для меня лично, я добавлю. Это прикольно звучит, честно. На выпускном спой. Я, блядь, я чё должен, чтобы всех уши, блядь, сдохли. Короче, прикольно, очень прикольно, окей. Ну, как будто вот, когда у нас есть трек нравится, я что-то другое ожидал начала. Ну, ладно. С первым лучом солнца. Слушаем. С первым лучом солнца снова с тобой просыпаюсь, сдавая. Лицу, как я снова хожу по краю. А чё с капой? Во втором треке уже подряд. Кто-то куда-то бежит, я смотрю из окна, что ты дали, какой. Я так люблю эту жизнь, жаль, что она одна. Чё так некачественно-то, блядь? Нам некуда бежать, давай останемся навечно здесь. Мы забудем все, что было, не хочу никуда лезть. Все, что я хочу, это остаться навсегда с тобой. Я наберу твой номер столько раз, что никому не счесть. Может быть, мне нужно уходить, чтобы не куда лезть. Бля, ну ебать, мне очень нравятся идеи, блядь, ритмические, охуеть. Когда придет прибой. Но не нравится исполнение. С первым лучом солнца снова с тобой просыпаюсь, сдавая. Лицу, как я снова хожу по краю. Кто-то куда-то бежит, я смотрю из окна, что ты дальше какой. Я так люблю эту жизнь, жаль, что она одна. Главное, не стань дураком. Ну так-то, блядь, тут вообще пиздец, крутые вещи. Он еще и битмарь, да. Блядь, очень тяжелая ситуация. Мне нравятся треки. Я просто уже в голове проработал. Я в теории могу добавить хоть весь альбом. Потому что 707 меня очень привлекает своими идеями. Возможно, не очень банальные, но он их очень прикольно реализует. И они очень прикольно сочетаются с битом. И если здесь будет очень круто, много крутых вот таких куплетов, допустим, которые пиздато очень звучат вот на бумаге, пиздец. Но с хуевым исполнением, с хуевым свидосом, это что выйдет? Я добавлю, блядь, весь альбом, и при этом плюсик на альбоме я не уберу. Каково это сводил? А тут хуево, может, капа хуйня, а не сведение? Мне кажется, капа хуйня, да. Вполне может быть. То есть это вот реально трек, который я бы хотел еще добавить. Мне не нравится. Давай вот еще раз переслушаю. Возможно, надо просто привыкнуть. Возможно, это не хуево, возможно, это непривычно, блять. Потому что абсолютно по-другому звучал вот этот альбом. И в целом 707 обычно по-другому звучит. Может, тут просто, ну, привыкнуть, потому что идеи, что в первом, что в втором треке, мне нравится пиздец. Реально, очень. Ну как идеи, блядь, это не то, что идеи, это просто рисунки ритмические мне нравятся. В целом так-то, если подумать. Еще раз второй трек. Вот прям интересная ситуация, да? Бля, мне очень нравятся ритмические рисунки, но реализация, блядь. С первым лучом солнца снова с тобой просыпаюсь. Мне просто интересно, ну вы же понимаете, да, я не шарю за свидос, за все вот это и не пытаюсь как бы выдать себя за шарящего человека, я по сути просто как бы получаю кайф от музыки и эмоций, да, но в чате, если кто-то шарит, вот вы уверены, что это звучит именно плохо, а не непривычно? Может это просто не свойственно для 707
мы не можем привыкнуть, потому что, ну, честно, каких-то прям жестких проебов, что они действительно... Да не, сведено хуёво, для 707 нельзя оправдать ебаное качество записи. Неважно, как так делать, но с другой стороны, ты же не объективно оценку даешь, а свою по вайбу. Нет, я как бы про то, что получится в любом случае забавная ситуация. Мне нравится 707 очень. И то, что я сейчас вижу, я получаю от этого безумное количество вайба. Я просто понимаю, что я могу добавить хоть сколько здесь треков, я чувствую, что объективно это не очень. И просто получится забавная ситуация, что я могу хоть все треки добавить, но альбом вот тут плюс не уберется, блять. Но сведено хуёво именно, да? То есть мне непривычно, вы уверены, что именно хуёво. Было бы круто, если бы вы мне прояснили. Ну как будто... Ой, бля, простите, извините. На записи на YouTube лучше не стоило рыгать. Ладно, я на Твиче тут рыгаю. Тут какая-то проблема в том, что исходники хуйня, а сведение выращено как-то не так. Я понял. Короче, вайб пиздец. Меня вайбует жестко. Мне, да, вот честно, мне тоже мешает немножко то, что я не привык к такому звуку от 707. Он гораздо тише, гораздо как будто чище звучал на предыдущем альбоме. Но как будто вот для меня это не дело хуёвости, это дело непривычки. Вот для меня, мне кажется. Соответственно, я просто сейчас привыкну к этой капе, и я буду дальше кайфовать просто от треков этих. И от альбома в целом, если там дальше так и пойдет. Я так люблю эту жизнь, жаль, что она одна. Главное, не стань дураком. Пиздец. Ну, я не знаю, может, 707 ебанутый, он специально так сделал, но тоже хуй знает, как оправдать такой звук. Вот, я не знаю, он ли курсы в чате? Было бы здорово, вот он прям шарит, он бы прояснил, что конкретно не так. Просто все, что он сказал про альбом, вот до этого, он еще до записи сказал. Хуйня альбом, ебучий кал, плюс показ, как можно деградировать. Как бы это все его мнение. И куплет ёбнутый вообще. Нам некуда бежать, давай останемся навечно здесь. Мы забудем все, что было, не хочу никуда лезть. Все, что я хочу, это остаться навсегда с тобой. Я наберу твой номер столько раз, что никому не счесть. Может быть, мне нужно уходить, чтобы не надоесть. Я стою на берегу и жду, когда придет прибой. Охуеть, куплет. А что это такое? Вайп хороший, пиздец. Пиздец. Оба трека ёбнутые вайбы, честно. Второй трек вайбове, второй трек лучше. Пока что у меня вопрос только к реализации. Для меня как будто просто дело привычки, честно. Но как будто я согласен, что объективно можно было добиться лучшего звука. Но как будто это своего рода эксперимент, честно. Своего рода я типа не отрицаю, что это все специально сделано. Я не хочу оправдать артиста, честно, но потому что нахуй мне это надо. Зачем мне подсасываться к человеку, который эту реакцию даже не увидит, блядь, скорее всего. В чем прикол? Типа, это же я не на Pixie Squad реагирую, где я знаю, что меня и репостнуть могут и увидеть. Вайп, наверное, есть, если не вслушиваться, но само по себе такое движение не предназначено для каких-то вслушаний. Все-таки, ёб, пляжный музон, летний отдых, вся хуйня. Рил? На Вион Перка почти так не реагируешь, как на Пикси.
Потому что Вилон Перк под перками пишется. Следующий трек — «Пляжный бездельник». Пока что очень это все интересно выглядит. Прям пиздец. Вот именно интересно. Реально. Вы слушаете альбом «Пляжный бездельник». Вдруг как бутылка, я шагаю в квартале. Что за город, я не знаю. Ведь не сплю, который день тащит мотор. Я пытаюсь навредить гитарист себя, но понял, потом полезу водку. Понял. Я понимаю, что сейчас теряю друг. Что мне дорог, он пролился на ковер. Так и не видит мою гору. Осознав все, я ушел куда-то вдаль своей кривой походкой. Круто. Я пытаюсь бежать от себя, как правый мне голос. Хватит сушит весь мой канал. Топ. Хватит трогать меня. Трогать меня. Сейчас. Хватит меня. Меня. Вам что, реально не нравится? Че, вам реально не нравится? Я вот не могу под это залавиться. Бля, прикиньте, какое разное восприятие, да? Я считаю, это вообще охуенный трек. Очень круто. Пиздец. Вайб ёбнутый, сумасшедший. Три трека, три... Ну, вот первый, ладно, первый, может быть, есть там даже тоже проёбы. Здесь мне даже качество капа, вот это более привычно, то, что мы слышали о 707. Вот это больше, больше вот этот звук. Хз, я балдею, мне тоже пиздец нравится, очень круто. Только сейчас выиграет, походу, тройка, блядь. И это будет очень смешно. Круто, пиздец. Так, Flexstasy, я так понимаю, это чел, который гитары для SX2 писал, да, ведь? Даже по себе исполнителя курящих. Надо было про плейлист спрашивать в голосовалку. Не, я не хочу ничего про плейлист в голосовалках делать в прогнозах. Потому что иначе я когда буду вас спрашивать, вы будете писать то, за что вы голосовали. Чтобы баллы получить. А я хочу как-то больше объективности в этом плане. А может, смотрите, смотрите, я такой в шортиках, в футболочке. Спинка стула у меня, так сказать, чуть-чуть вот так вот, да? Опа, квасик у меня нахуй. Может, я поэтому и кайфую, блядь, нет? Мне кажется, вы слишком серьез ли. Не, я не знаю, я представляю, как я вообще днем катаюсь на велике, и этот альбом у меня в наушниках. Я прям вообще представляю, это кайф ёбнутый. «Пляжный бездельник» — охуенный трек, пока что топ-1, наверное. Номера слушаем. Знаешь, я тебя не понимаю. Паду, ведь я стою на краю. И заранее, что скажешь, ты знаю. И да, я больше не вернусь. Но для кого я сейчас пою? Думаю, кто-то поймет и узнает. Думаю, что ты поймешь и узнаешь, как заебала твоя грудь. Я тебя не выбирал, твои номера. Снова все сотру, снова как вчера. Будто умирал, твои номера. Вчера будто умирал, твои номера снова не достали.
да, вас да. Тебя не слышу, хватит кричать. Можешь уйти, снова удалить чат. Давай забудем все прямо сейчас. Давай весь день с тобой будем молчать. Сорвало крышу, огонь погас. Может у всех, может только у нас. Нас, нас. Больше нечего сказать. Я тебя не выбирал, твои номера. Снова все сотру, снова как вчера. Будто умирал, твои номера. Снова недоступны для меня. Что-то поменяй, что-то поменяй. Я тебя не выбирал, твои номера. Снова все сотру, снова как вчера. Будто умирал, твои номера. Снова недоступны для меня. Что-то поменяй, что-то поменяй. Пиздец. Мурашки, блять. Ебать. Охуеть. Очень интересный трек тоже. Какой-то, как будто новый 707, честно. Как будто вот до этого он не делал такое. Как будто это вот прям его новый уровень. Как будто вот и даже вот сведение или запись, которая вам не нравится, ну, мне все больше начинает казаться, что это фишка, честно. Что это единая хуйня для всего альбома, но потом, ну, и это звучит, честно, это прикольно, в этом есть свой вайб. Бит прям руина, исполнитель вывозит причем два раза. Не, 707 ёбнутый, конечно, я тут не спорю. Бит интересный, вы понимаете, что здесь своего рода, блядь, что-то... Что-то, блядь, смесь какая-то ёбнутая, альтернатива, блядь, местами даже R&B какой-то, нахуй. И еще они EDM, блядь, въебали, клубняк какой-то в конце, в припеве, нахуй. Я хуй знает, ну не EDM, скорее, просто клубняк какой-то, я не знаю, ну типа, что это вот за звуки, блядь, после припева. Бля, 707 хорош, честно. Вот это как будто вещь, которую стоит пожевать, честно. Вот еще людям, которым не понравилось вот с первого раза, вы, может, не в том вайбе. Те, кто считает хуйней, у меня в чате много кто считает хуйней, но я слушаю четвертый трек, я дико кайфую с альбома. Может быть, послушайте в другом настроении, спустя пару дней. Я пиздец кайфую. Оказавшись перед Мафани, чтобы ты ему сказал... Я, ты не заебался? Охуеть просто, Шелзи. Бит хуйня не артист. Я не про тебя, бро. Я до этого люди писали. И даже чек не на прогноз. Люди вот верят, что я добавлю 3 трека максимум. На каком треке? Я 4 трека добавил уже. Плюс трек нравится, у меня добавлен. То есть по факту 5 треков я уже добавил. Я думаю, что все идет к тому, что выиграет тройка. С 0 баллами. Допустим, очень интересно, но пока что, если что-то в общий плейлист добавлять, это трек «Бляшный бездельник», я думаю. Давайте дальше. Очень интересно. Нравится трек, слушали. Добавлен у меня. В общий плейлист мы его добавить не можем, он 23-го года. Слушали, короче, реакция есть, можете... посмотреть. Сейчас кайфанем от альбома. В целом, по звуку, я думаю, он сюда неплохо впишется, но как будто он прям вообще эксперимент. То есть, если первые 4 трека как-то еще общим вайбом каким-то
объединены, все же кажется, что трек нравится по звуку, вроде бы вот этот альбом, но вроде что-то отдельное. Хэсэ, сейчас, сейчас послушаем, как он в альбоме слушается. Сейчас послушаем. Мы слушали этот трек. Да, реакция есть. Не, мы слушаем 707 из 11 с комьюнити, короче. Мне все нравится, следим воздух лишь нагревается. Очень вайбовый трек. Нас окутают волны по резу. Нам с тобой точно сегодня повезу. И мы с Рожей довольны. Но вот говорю, как будто входит в альбом, а как будто и самостоятельно хорош. Ничего не вижу, что-то странное подсыпали в одну из моих сижек. Так хочу тебя обнять, ты только подойди поближе. Скорей, скорей. И я надеюсь, что все это никогда не прекратится. Море что-то мне поет, и ему подпевает птица. Чтобы до конца нам этим все с тобой у нас садится. Налей, налей. Мне все нравится, летим воздух лишь нагревается. Нас окутают волны по лицу. Нам с тобой точно сегодня повезу. И мы с Рожей довольны. Нравится. Пойдем на трек, да. Бля, в рамках альбома вообще разъеб, слышите? В рамках альбома разъеб вообще. Охуеть. Отлично, супер. В альбоме раскрывается трек вообще. Пиздец. Отдельно он хуже слушается. Пиздец. Топ. Пиздец. Я 5 треков уже добавил, если что. Трек нравится, у меня добавлен. Читаемость пиздатая, вокал не режет душка, по биту ложно правильно. Ну вот, смотри, как пример, первый трек тебе покажем. Ты просто пришел попозже. Вот тут хотя бы. Туда курки горят, пепел раздувает ветром, будто сигареты. Мы забудем все, что вокруг говорят. Лето пролетает, снова замечаю, как уходит время, как уходит время. Мимо нас небо вновь летает, ведь дождя никто не ждет, что ты не ценишь. Ветерком осенним я погас. Лето пролетает, снова замечаю, как уходит время, как уходит время. Так охуенно миксов тоже капает, так звучит, это для жанра заебись. Вот я вот рассуждаю. Я, послушав первые два трека, спрашиваю, типа, ребят, что думаете, это реально хуйня или просто дело, ну, то, что мы не привыкли? Потому что 707 обычно, ну, в другом стиле делал. И, ну, типа, вот треки у него, допустим, ну, Свидос какой примерно, ну, вот. Я оставлю только алкогольный след. Так быстро улетать, никуда весь не крастать. Мир проснется, как и все, мы опять начнем висеть. Я так хочу... Вот примерно такие треки, да, были? А тут немножко другое. Я как бы спрашиваю, ребят, вы думаете, что это хуёво или просто вот мы не привыкли? Как бы, ну, Вилончик написал, что, ну, типа, тут хуёво. Я к тому, что, мне кажется, вот честно, это просто, ну... Переслушайте потом, просто, когда будет вайб. Мне кажется, что это прикольно звучит все. Потому что иначе, ну, типа, я, конечно, не настолько, как Флом. Качество дрочер, да, допустим. Но некачественные треки в рамках жанра мне тяжело слушать. А это мне пиздец нравится. Просто в начале, вот первый трека 2, как-то не прям не на фул вайбился, потому что, ну, я не привык к такому 707. Он специфично прикольно звучит и плюс неплохо сведено в студийных условиях. Вот мне тоже кажется так, что он, ну, что это прикольно звучит. Честно, мне тоже так кажется. Я так и сказал ребятам. Бля, хорош 707. Ну, либо еще есть как варик, то, что вы мне написали, что альбом хуйня, занизили мои ожидания, и сейчас я на заниженных ожиданиях получаю, типа, среднюю работу и восхваляю ее, потому что ожидания были низкие, тоже как варик. Но мне пока что реально пиздец нравится.
Я 5 треков подряд добавил. Это пиздец круто. Ну так для меня альбом хуйня вебку фиксани. А че не так? Не, друг, вот мне похуй на какие-то голосовалки, я зашел минут 5-10 назад, и здесь все заебись. Причем по голосовалкам, нет, бро, парадокс-то в чем? По голосовалкам второе место он занял в альбомах. Это дохуя, 24%, это дохуя, это дохуя. В чате писали, что хуйня альбом. Не понимаю, короче. Давайте дальше слушать, мне интересно, пиздец. Залезь в меня, следующий трек, верите в эту хуйню? Слушаем. Чё, есть харизма, чё, куда-то ночью чувствуешь, что не прот один-с-один схлевший. Я помню лишь одно, в глазах лишь пролетает города, мне все равно. Так хочется остаться навсегда, но идти дальше. Нам нужно так, что оставь всех их за спиной. Закрой свои глаза, представь, что наше время идет спать и все назад. Вернусь, и мы снова беззаботны и свободны. И смех зальет наши с тобой голоса. А, я в ТикТоке слышал. Излечи меня от этой грусти. Мы разделим с тобой пополам. И ну ты залезь меня в мою голову, больную голову. И тогда, может, меня отпустит. И улучшатся наши дела. Круто. Мы будто бы всю жизнь с тобой знакомы. Я помню каждый кадр твоей памяти. Но иногда так хочется по новой. Кажется, что нам уже некуда идти. Нам остается лишь идти вперед. Забудь все, что осталось позади. И ваша ненависть нас больше не берет. Я прошу тебя лишь об одном. Залезь меня в мою голову, больную голову. Излечи меня от этой груди. Мы разделим с тобой пополам. Ладно. Мотив откуда-то взят, да, тоже слышу. Что-то знакомое, пиздец. Тоже вот слышу знакомый мотив какой-то, не могу понять какой, тоже, да-да-да. Бля, как будто второй кандидат в общий плейлист. Пока что пляжный бездельник, залезь в меня, самые охуенные треки. Пиздец, бля, ребят, я кайфую. Это круто, пиздец. Бредишь следующий фит. Точнее, единственный фит. Я, кстати, никогда не слушал чела этого. Но он тоже из всей вот этой шайки-лейки. Только я его не слушал никогда. Кружи, типа, альтернативу делает. Круто, охуенно, альбик. Прям полноценно включить в какую-нибудь поездочку. Там, на автобусе, на велосипеде, блять, в машине. Бля, вообще разъеб. На пляже, блять, какого-нибудь послушать. Это вообще ебнутый альбом для вайба. Альбом для вайба, чисто, вот реально, вот самый, что самый, что есть, альбом для вайба. Full NN как будто бы, который является как ВК-исполнителем. Про что речь? Бредишь? Не, бро, ты... Дек, ты просто в целом из другой немножечко сферы. Ты как бы там супер-трэп делаешь. Все вот эти дела, там, свои стили. Но просто прикол в том, что для меня и в целом для вот нефоров, для людей, у которых там все плохо, такие люди, как 707, бредишь, там, фолк, грильяж, ну, кишлак, ясен хуй, кишлак, ну, как бы немножко не считается, он повыше всех этих людей по узнаваемости. Но все, кого я тебе назвал, там, вот, они как бы просто очень сильно знакомы этим людям. И мне 707, я узнал про него год назад, мне он очень нравится, он для меня не ноунейм. 11-11, я знаю. Ну вот, ну все, базар.
просто бредишь, я бы не сказал, что no name. Ну что у него по прослушкам в ВК, допустим? Я его не слышал ни один трек, просто, ну, не доводилось, честно. Неплохие прослушки, да клоу, блядь, сингл 90к кликов, охуеть. Тут, да не, блядь, ты чё, смотри, ну, бро. Реально, всё норм. Слушаем дальше. Хватит прятать правду. Так, продюсер, кстати, одни и те же, да? Potato Man и один Saints Community. Хватит прятать правду от меня, я знаю все, ведь это видно по глазам, и тебе нечего сказать. Кажется, весь мир против меня, ты знаешь, мне лишь хочется не ползать по земле, а хочется летать. Я устал от вечной злости на себя, то, что каждый день мне кажется, что в моей жизни все не так. Я устал от вечной злости на себя, то, что хочется, чтобы жизнь была прямым, а не купленным. Ой, блядь, у меня мурашки ёба. Ой-ой-ой-ой, пиздец. Два раза мурашки. Пиздец. Бля. Хватит прятать правду от меня, я знаю все, ведь это видно по глазам, и тебе нечего сказать. Кажется, весь мир против меня, ты знаешь, мне лишь хочется не ползать по земле, а хочется летать. Я устал от вечной злости на себя, то, что каждый день мне кажется, что в моей жизни все не так. Я устал от вечной злости на себя, то, что хочется, чтобы жизнь была прямым. Блять, единственный минус, это не трек с альбома «Пляжный бездельник», к сожалению. Это ебать, это тяжелый трек, пиздец. Хватит прятать правду от меня, я знаю все, ведь это видно по глазам, и тебе нечего сказать. Кажется, весь мир против меня, ты знаешь, мне лишь хочется не ползать по земле, а хочется летать. Я устал от вечной злости на себя, о том, что каждый день мне кажется, что в моей жизни все не так. Я устал от вечной злости на себя, о том, что хочется, чтобы жизнь была припевом, а не куплетом. Да какой-то пиздец. Но это не пляжный бездельник вообще, абсолютно нет. Просто, ну ни в коем случае. Чтоб нам, блять, честно, парт бредишь, вещь, как будто которую нужно выкупать. Вот услышав первую четверку, я подумал, что как будто это вообще что-то не то, нахуй. Мне кажется, нужно тут слушать и слушать еще. Интересный трек, пиздец, очень тяжелый. Но это не пляжный бездельник. Так, если что, тут как бы тройка выиграла. Мы просто баллы въебали. Unlock, друзья. Пиздец. Очень круто. Вау. Бля, ну... Вот я слушаю третий альбом. От 707, вот для себя, пиздец, это чел крутой, который вот, очень жаль, что как бы, по сути, был в тени Кишлака, да, потому что, ну, как многие, да, считают, потому что это очень пиздец, какая крутая самостоятельная личность, которого свои мысли, свои эмоции, он их охуенно передает с ёбнутой харизмой, очень крутыми ритмиками, и, ну, он тоже искренний, он тоже заслуживает своей популярности. Ну хотя, блядь, вот, чё я вообще пизжу? Ну вот это как будто маленькие цифры. Да, это там не по 15 лямов на схике второму Кишлака, нахуй. Но
Гештаг — это вообще явление, да, для русской индустрии, вы же понимаете. Так что там понятно все. Учитывая, вот честно, что у 707, я считаю, как бы, как такового образа, допустим, нет, да, как у Кишлака. Честно, я считаю, что вот чисто с точки зрения медийки, как будто 707 мало что делает. То есть Кишлак постоянно какие-то инфоповоды в рамках своего комьюнити, да, блядь, то там постоянно вот у него с девушкой проблемы вечные, да, то есть то, что в целом какие-то истории, у него истории всякие интересные, да, там с той же автомойкой. То есть Кишлак как образ личности пиздец, да, это сколько медийности дает. 707 вот в этом как будто просадки. И в рамках того, что медикой, я считаю, он особо не занимается, но может я не прав, сори, я как бы особо за ним не слежу. Это ёбнутые цифры, учитывая, что он просто, по сути, делает музыку. Ну, охуеть, чё могу сказать. Альбом кончается или нет? 7 треков послушали. И мне кажется, что, ну, реально, челы, вы просто не привыкли. Я добавлю это 100% в альбомы. Лучшие альбомы года. Тупо потому, что этот список, он не только ваш список. Вот этот конкретно список, он еще и мой. И я могу туда, я могу типа что с ним угодно делать. Это должно быть в лучших альбомах года. Так что я сразу предиктом добавлю здесь. Да, блядь, ну что, как так-то нахуй? А, стоп, это... И что я наделал, блядь? А, все, я понял. Нет, не сохранять. Так, это вот лучший EP. Это альбом у нас, да, «Пляжный бездельник». Это очень крутой, вайбовый, ёбнутый альбом. Я даже не буду вот сейчас ждать там. Даже если сейчас следующие два трека полная хуйня, во что я не верю, то это все равно достойно очень. Я буду лететь. Слушаем. «Грейвстон» еще. О, подожди, он, по-моему, Нэнси Холоду против чего-то, нет? «Апноэ», охуеть, «Раздевайся», ёб твою мать. «Три дня говна». Пиздец. Не, он не... Нет, я перепутал, значит. Слушаем. Пока не откажу закрылки, твое счастье помещается в твоей бутылке. Снова повторяешь про себя, точно не упаду вниз, так же, как и мои друзья. Снова наливаешь водку в свой стакан, надеюсь, что тут станет легче. Спишь, который делишь, веря в то, что время лечит. Можешь жить тебя лишь проверять, нужно показать ей то, что все это было не зря. И ты повторяешь. Мне очень нравится текста. Иду по тропинке за тобою, только имей в виду. Если забить, то потом сильнее накроют и тут. Покажу тебе весь мир, дома тебя подождут. Они знают то, что я не дам тебя в обиду. По тропинке за тобою где-то снова плету. Чувство будто как всегда с тобой попали в беду. И мы ходим с тобой вместе тут по тонкому льду. Пока мы с тобой рядом, точно не упали. Я буду лететь, пока не откажу закрылки. Твое счастье помещается в твоей бутылке. Снова повторяешь про себя, точно ёбнутый не упаду вай. Вниз, так же, как и мои друзья. Снова наливаешь водку в свой стакан, надеюсь, что вновь станет легче. Спишь, который делишь, веря в то, что время лечит. Можешь жить, тебя лишь проверять. Нужно показать ей то, что все это было не зря. И ты повторяешь. Очень крутой альбом.
Если, кстати, кто-то думает, что это, блядь, пиво, это квас, если что, действительно, разливной квас просто. Разливной, блядь, квас. Я никогда, ну, не буду, типа, разбирать на фул ебали треки с пивом, потому что, ну, пиво, ну, и в целом алкоголь влияет, как бы, на восприятие музыки, а я хочу как-то адекватно оценивать. Если что, имейте в виду. Охуеть. Очень, очень красивый альбом. Еще я заметил, что в течение всего альбома треки становятся грустнее. И я считаю, что это не прям вот пляжный бездельник, да? В моменте он не становится, он перестает быть пляжным, и в моменте он уже не бездельник. Да. То есть, наверное, после трека «Нравится» уже вот тут началась какая-то грусть ебаная. Первые три трека еще может быть вот, ну, какие-то нормы по настроению. Трек «Нравится» вообще, типа, вайб какой-то эйфории, хуй знает. Очень круто. Вот треки «Номера», «Залезь в меня», «Хватит про правду», «Я буду лететь», это уже какая-то, ну, грусть. Какое-то напутствие, какая-то исповедь, я хуй знает. Что-то такое. Но это уже не пляжный бездельник, честно. Концепт по звучанию, к сожалению, я здесь, ну, не прямо уши вижу. Круто, пиздец. Идем дальше. Последний трек, май. Охуенный альбом. Очень круто. Слушаем. Сейчас еще надо что-то в общий добавлять. Но вот вам особо ничего не нравится, нужно будет думать, что добавлять. 11. Время нажирает, оставляет прошлое, все, что вспоминает. Хочется вернуть, я смотрю за... Послабее будет, но я добавлю. Вайб тоже. Но послабее, честно, послабее. Послабее трек. Бля, это какой-то пиздец. Очень круто. Я снова тут. Вилончик, я рад тебя приветствовать. Бля, альбом умеет... Вот даже в тильт ввел немножечко, ебать. Это прям очень крутой переход от чего-то веселого. Действительно, вот где начинается пляжный бездельник. До каких-то уже вот исповедей, каких-то вот напутствий. В стиль, блядь. Ну тогда ты текста видел здесь? Допустим, вот, допустим, даже. Хватит прятать правду, вообще пиздец, да, тяжелый трек. Не, подожди, не этот, а как какой там этот. Залезь в меня, вот.
Стоп, или... Нет, блядь, а где? Какой-то трек был прям тяжелый пиздец по тексту. Я что-то въебал. А где этот трек? А, да. Хватит прятать правду от меня, я знаю все. Ведь это видно по глазам, и тебе нечего сказать. Кажется, весь мир против меня, ты знаешь, мне лишь хочется не ползать по земле, а хочется летать. Я устал от вечной злости на себя, о том, что каждый день мне кажется, что в моей жизни все не так. Я устал от вечной злости на себя, о том, что хочется, чтобы жизнь была припевом, а не куплетом. Пиздец. Очень крутой альбом. Я добавил вообще, блядь, все треки нахуй здесь. Очень искренне, очень красиво, очень вайбово. Концепта по звуку, к сожалению, нет, но вообще в целом, я думаю, он планировался, но я считаю, не очень вышло. Потому что начало, оно как бы такое радостное, а потом с трека «Залезь в меня» начинается уже прям какой-то тильт ёбнутый, хуй знает. В любом случае, это охуенный альбом, включить какой-нибудь в поездочке, там, на автобусе, да, вот, на велике, я уже говорил. Вот, я добавил альбом, несмотря на все, я думаю, что людям просто нужно привыкнуть. Всем, кому не зашло, я думаю, нужно просто привыкнуть, чуть-чуть повыкупить, и они тоже, я думаю, поймут и будут слушать. Это круто, крутая работа, 707 продолжает меня стабильно радовать, как в прошлом году я добавил почти весь альбом здесь. Как и тут, почти весь альбом охуенный. Но треки май может быть не очень. Все, да. Лето может быть тоже не очень. Остальные разъеб. В общий плейлист, ну, у меня, наверное, «Пляжный бездельник» и «Залезь в меня» в фавориты. Если кто-то был все это время на стриме, жду ваше мнение. Наверное, я эти треки хочу добавить. Город, я не знаю, что прийти в себя, но падаю, пролив всю водку. Я понимаю, что сейчас теряю друга, что мне дорог. Он пролился на ковер, так и не видит мою гору. Осознав все, я ушел куда-то вдаль своей кривой походкой. Я пытаюсь бежать от себя, как говорит мне голос. Хватит сушить весь мой план, ты от меня замучил голод. Не пытайся понять меня, ты узнаешь, внутри меня пусто. И залезь в меня. Так хочется остаться навсегда, но идти дальше. Нам нужно так, что оставь всех их за спиной. Закрой свои глаза, представь, что наше время идет спать и все назад. Вернусь, и мы снова беззаботны и свободны. И смех зальет наши с тобою голоса. Залезь в меня, в мою голову, больную голову. Как-то так. Спасибо большое, 707. Это охуенный альбом. 100% заслужил свои 24%. Это круто очень было. Респект, как всегда, блядь, взял, выебал меня. И теперь буду слушать этот альбом. Я думаю, даже сегодня вот стримовну. Пойду покатаюсь под этот альбомчик. Я думаю, будет разъеб. Да. Кайф. Спасибо большое, это крутая работа. Самое, что интересно, что здесь очень крутые вайбы в каждом треке. В каждом треке очень крутые вайбы. Пиздец. Вот типа каждый трек берет в первую очередь вайбом. И очень крутые ритмики еще мне нравятся. Короче, блять, охуенный альбом, постарался, это было круто. Спасибо большое, ждем следующих работ. Да. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.